Свой визит официальная делегация начинает с посещения новых птичников. Цыплята в этой птицеферме только обживаются, подселены сюда в конце ноября. Здесь современные помещения, современное оборудование. Все это появилось благодаря модернизации птицеводческого комплекса и специальному инвестиционному проекту, стоимость которого свыше 2 миллиардов рублей. Осуществлен он в рамках нацпроекта «Развитие АПК». Те вложенные деньги казались, конечно, сперва большие. На сегодняшний день вот этот один птичник, оборудование стоит 22 миллиона рублей. Поэтому все вложенные деньги, мы надеемся, что они окупятся. 10 лет модернизации, а в итоге введены в строй 20 птичников. Ингубатор, гусиная ферма, комбикормовый завод в Алатыре, а также завод по переработке мяса птицы, где принципиально новое производство, полностью автоматизированное. Еще один проект агрохолдинга в рамках нацпроекта – создание племенной свинофермы стоимостью 750 миллионов рублей. После осуществления всех замыслов в регионе созданы новые рабочие места. По двум проектам для нас очень важно. На рынке труда сегодня люди нашли работу. Если взять свинокомплекс плюс модернизацию данной птицефабрики, 750 новых модернизированных производительных рабочих мест создано. Понятно, это сейчас начало. Проект на стадии наращивания всех тех предусмотренных параметров. В итоге уровень заработной платы практически у работников данного птицефабрики будут намного выше. Наш проект 40 тысяч тонн мяса, именно птицы. И что касается свинины, мы посоветуемся. Я думаю, что у нас есть возможность в Чувашской республике производить именно нашей компании за 3-4 года 100 тысяч тонн мяса. Модернизация позволяет усилить производственные мощности агрохолдинга, а значит, поставлять больше конкурентоспособной продукции на собственные рынки, а также на рынки других регионов.